и квартиру открыть, и дерево посадить. А вот безумно можно носить. Так, а лопата-то у нас где? Дэн, не крути. Смекалки нам с вами, ребята, нет. Я пока понятно, где там тоже. Давай. Теперь смотри, давай в центр вот сюда ставишь. Так, в центр аккуратненько ставим. Все красиво стоит, ровно, посмотрите, с разных сторон. Наклоняется нормально? Все, давай теперь аккуратненько. Ну давай лопатой же нам чего нужна. Дэн, только аккуратно. Ага. Да. Вот сейчас его нельзя закапывать больше, чем вот эту, да? Да. Понимаю. Сколько здесь есть земли, столько накапывается. Потом мы с тобой, вот кто в перчатках, мы с тобой уплотним это. Окей. Вот Лёха будет уплотнить. Вот эту, ага, да, давай, помогай. Помогать пока. Тут проще руками, на самом деле, у кого перчатки. Да, кстати, лопата не очень копается. А вот это вообще ты копаешь? Да, а, наверное, мы это потом вставим, когда уже это. Просто сгребай. Получше, прям уплотняйте землю. Это дерево было посажено. Не понял. Не уплотнять. А что, компост есть, нет? Компост. Есть Данил. Понимаю. Есть два Данила. Уплотняй с той стороны тоже. Данил. Так, сколько нам так и сказали вот до сюда, да, по-моему? Да. Вот давай до конца вот этой. Оп, сейчас. Так, кто перчатку сделает, то я не вижу. Тебя как зовут? Меня? Меня Лев. Так, тебя Лев, а тебя? Данил. Да можно просто. Алексей. Короче. Кирилл.